живет 50 тысяч человек, вот мы сейчас с главой говорили, и получается, что выезд из Новой Трехгорки всегда был проблемой. Да, у нас и наша задача здесь сделать четырехполосную дорогу. В Трехгорке продолжается масштабная реконструкция улицы Чистяковой. Новая объездная дорога протяженностью 2 километра будет оборудована тротуарами, парковочными карманами, освещением и позволит минимизировать транспортную загруженность в микрорайоне. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал ход ремонтных работ. На сегодняшний день выполнены уже основные работы по устройству кругового движения, примыканию к дублеру Можайского шоссе. Начинаем переустраивать коммуникации, устраивать дождевую канализацию, потому что у нас вся дорога будет обеспечена водоотведением. Также на объекте ведется устройство земляного полотна, основание дорожного и нижнего слоев асфальтобетонных покрытий. Работы выполнены на 30%. В ходе осмотра Андрей Воробьев акцентировал внимание на проблеме стихийной парковки вдоль дорог. Чтобы не заставили машины на дорогу, вы, пожалуйста, это обеспечьте и доложите мне, как это будет решаться. Мы для этого делаем уширенные полосы, то есть она будет четырехполосная, уширенного размера. Для то есть четыре полосы плюс парковка. Да. Сейчас строят новое дорожное полотно. В рамках второго этапа будет проведена реконструкция уже существующей улицы Чистяковой. Первый этап планируем завершить где-то к октябрю месяцу. Второй этап до конца этого года мы сделаем, пустим технологическое движение. Весь проект планируем завершить весной следующего года по теплому сезону, потому что у нас озеленение предусмотрено, благоустройство. Вот окончательно. А машины поедут уже в этом году. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».